Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. З гостею сьогоднішньої програми я познайомилась на зйомці дитячого майданчика. Мене дуже вразило такий творчий підхід до виховання дітей. І сьогоднішня програма трішки відрізняється від всіх попередніх, тому приєднуйтесь до нас, я обіцяю, що буде цікаво. А в нашій студії Ольга Кузовкова, керівник музично-театральної студії «Жираф». І для того, вітаю вас, пані Ольга, я так трошечки нервуюсь, тому що в нас педагог в розмові на темі, ще такого, ну, це дуже рідко буває. І для того, щоб люди мали уявлення, про що ми сьогодні будемо спілкуватись, і вашу цитату, будь ласка. Да, я привітаю всіх зрителей. Моя любима цитата Альберта Ейнштейна. То, какой мир мы оставим детям, во многом зависит от того, каких детей мы оставим миру. И вы выкладываете в музично-театральной студии «Жираф». Будь ласка, расскажите, каких вы детей навчаете, с какого віку, по який приходят до вас, для чего? Музыкально-театральная студия «Жираф» была создана мной 5 лет назад. Вот, и для деток от 2 до 7-8 лет. А що ж можна навчити цих дітей в дорозі? Это мой самый любимый возраст. Вот. И бывает даже раньше детки приходят. Бывает и полтора годика, и годик. Вот. Все зависит от того, насколько как бы малыш готов и хочет заниматься, играть. Що ви граєте? Як ви з ними займаєтеся, з цими дітками? Но получается, каждое занятие, в зависимости от возрастной группы, включает 4 блока. Первый блок – это все виды движения, это и пластика, и ритмика, и танцевальные движения, все виды ходьбы. Вот. Второй блок – это знакомство с детской классической музыкой и игра в детском музыкальном оркестре на музыкальных инструментах по методу Карла Орфа. Третий блок – речевой и вокальный у нас, мы работаем со звуком, работаем с дикцией, с логарифмикой, учимся петь, дышать правильно. И последний блок, собственно, игровой театральный. Огромное количество игр, этюдов, вот, и мы обязательно делаем несколько спектаклей в год. Хотя спектакли не самоцель. Главное – раскрепостить детей, развивать их творческое мышление, не бояться своего тела, учить их импровизировать, чтобы они могли сами придумывать свой образ, который им нравится, и показать его так, как они это чувствуют и видят. Оці блоки, про які ви казали, вони відносяться до дітей різної вікової категорії, чи от окремо діти маленькі там займаються лише там шумовими інструментами? Ні, займаються всі, но в різній степені сложності. Да, в різній степені сложності. От. Ви казали, що ви театральні постановки робили, так? Які це були, може, театральні постановки? Як вдавалися вони? Как я уже сказала, музыкальный спектакль является обязательным, но не является самоцелью. Вот. Но мы обязательно делаем. Ну, среди таких постановок мюзикл Сергея Горковенко «Огниво», это мюзикл Людмилы Алефировой «Продолжение Кошкиного дома», «Водевиль», «Наши добрые соседи», это «Хроники Нарнии», «Волшебный плод», первая история. Это... Сейчас быстро вспомню, «Дюймовочка», музыкальный спектакль. Ляльков, я так знаю. Ну, да, кукольных много, как бы я их даже так и даже и не вспомню, много разных. Я знаю, що лялькові спектаклі ви ставите більше для дітей, які бояться, наприклад, публіки, так? Но дело в том, что мы работаем со всеми видами театра, вот когда детки приходят, с более маленькими, им тяжело еще как бы разговаривать, многие не умеют, многие не выговаривают, еще как бы это все в работе. Вот, поэтому мы работаем с кукольным театром. Это пальчиковый театр, у меня много разных игрушек, много сделанных своими руками, много привезенных откуда-то. Я везде, где бываю, сразу покупаю вот себе. Это пальчиковый театр, это перчаточная кукла, это штоковые куклы, которые тоже я сама шью на палочках. Вот. Это ростовые куклы на всю длину ребенка. Вот там, где и ноги, и руки, и лицо работает. Ну, вот так вот. Расскажите, будь ласка, про свою освіту. Як ви дійшли до того, що створили свою власну студію?
Все началось 20 лет назад, когда я заканчивала педагогический колледж. В 97 году я познакомилась с идеями Шалва Александровича Манашвили, и на тот момент меня очень сильно поразили идеи Михаила Петровича Щетинина, оба академиков. Вот. И я, конечно же, решила все сама узнать, сама с ними лично познакомиться, и я так и продолжаю делать со всеми, кто меня вдохновляет, я знакомлюсь лично. Вот, я поехала, нашла этих людей, вот, и оказалось, что вокруг них еще множество людей, которые вдохновляют их, от которых они вдохновляются. И так вот начались мои поездки на международные педагогические семинары, где я встретила огромное количество удивительнейших людей, вот, и просто счастлива от того, что мне удалось вот это сделать. Я так розумію, весь цей досвід ви втілюєте в театральній студії. Да, в театральній студії получается сборный сливки со многих, очень многих авторов и очень многих методик, подходов. Вот, и много придумываю я сама. Потому что, как говорил тот же самый Амонашвили Шалва Александрович, что каждый педагог, который берет просто даже в руки учебник или книгу, он уже ее по-своему рассказывает. Это уже свой подход какой-то. Вот. А если педагог творческий и творчеством занимается, то, конечно же, ну это вдвойне. Я ще знаю, що у вас також є діти. От, чи ці методики ви використовуєте на своїх дітях, скажімо так? Бо є що вчитель, але свою дитину важче навчити, наприклад. Очень интересный вопрос, и вопрос такой с таким ответом глубоким, потому что на тот момент, когда я стала мамой, мама я стала в 30 лет, на тот момент я уже как бы была известным педагогом в своем городе и выиграла там областные, всеукраинские конкурсы педагогические и считала, что вот мои амбиции уже вот какой я замечательный педагог, я все знаю, все умею. И если как бы воспитанники вот дают хорошие результаты такие, то уж мои дети и подавно. Вот. Но оказалось, что судьба распорядилась по-своему, и мне пришлось развернуться на 360 и узнать совершенно новое, потому что сложные роды были первые, и сложно родился мальчик, и вот уже с 10 месяцев я брала его на работу к себе, и вот его сверстники, двухлетки, трехлетки, играли, веселились, играли на музыкальных инструментах, пели, вот. А мой мальчик лежал в углу и все это просто вот смотрел. Он, ну, не проявлял никакого, не то что желания, вообще даже никакого интереса. Это очень редко бывает. Вот. И как бы волновалась ли я, конечно, переживала, да, я понимала, как бы, к чему это все идет. И мой привычный метод вот, доверительного отношения, он, музыки, да, он вот в таком формате общего занятия не подошел. Вот, и мы начали играть, причем и игры же бывают разные, все игры замечательные, но мы играли в свободную игру, вот метод свободной игры, когда нет таких четких правил, когда родитель или педагог, он просто помощник, направляющий, вот, ребенок, по сути, придумывает сам, а родитель помощник просто, ненавязчивый, вот, и логаритмика, все эти пальчики, все эти песенки, потом музыкальные инструменты, мы много читали книжек, и постепенно, вот, в 5-6 лет, как бы ребенок начал активно включаться в занятия. Сейчас он абсолютно не отличается от сверстников. Он поет, он рисует, он сочиняет стихи, удивительные сказки. Вот. Вот так. Як ви вважаєте, от якби ви з ним не почали так займатися, так? От, може, просто це в нього був період такий, що він от маленький, ще не все зрозумів. Чи може цей би період затягнувся довше? Я як педагог бачила, що це вже проблема. То есть вот сейчас многие родители паникуют, да, в 2 года мой ребенок там еще не ходит, там, не ходит, не сидит, там, не говорит, в 1,5 года уже все сидят, а мой не сидит, вот, нужен ли логопед постоянно, вот, на самом деле патология, если она видна обычно, и родитель, ну, как бы, я как педагог, видит, да, чувствует, что что-то не то.
Главное тут терпение, и самое главное – это любовь. Когда ребенку комфортно, когда очень сложно перестать сравнивать своего ребенка, да, с другими. Найважче, мабуть. Очень сложно, особливо для, да, педагогів, коли бачиш всіх дітей, да, да, і думаєш, а мій тут, мій. Ну, так. Я знаю, що ви дуже хотіли розповісти про нетрадиційні підходи до виховання дітей, от саме маленьких. Ну, начать, наверное, нужно с того, чем отличается традиционный от нетрадиционного подхода. Вот. Дело в том, что современная система образования, классно-урочная система, была создана в 18 веке Яном Амосом Каменским. Вот. В то время промышленность развивалась очень быстрыми темпами, нужны были кадры, которые бы очень быстро подготавливались, умели читать, писать, считать и умели какие-то... Может, их нас часто. Да, да, определенный набор как бы качеств каких-то, да, и умений, которые они знают. Вот. Прошло много времени, за окном у нас 21 век, а наши дети все так же сидят за партами, и перед ними стоит учитель. Только в 18 веке никакого источника другого информации, кроме учителя, не было. А сейчас в 21 веке уже даже появились такие приборы, как вставляется в ухо, $190 всего стоит гаджет, который в онлайн-режиме переводит речь с любого языка на любой язык. Или, например, вот сейчас уже выпустили в разработку, сейчас входит, на глаз надевается компьютер, который тут же связывает с мозгом, и все, что вам нужно, вы тут же видите, как бы не входя в компьютер. Тобто, головне навчитися слухати и читати. Получается, я не говорю, что не нужно учить язык или там не нужно запоминать, но нужно понимать, что мир изменился, и что-то с этим нужно делать. А наш учитель, как тогда, в 18 веке, приходит и говорит: дети, откройте страничку номер 80 и прочитайте 7-й параграф. Вот. Поэтому многие жалуются вот сейчас на детей. Почему же... А дети, между прочим, тоже изменились. Не только приборы вот эти все. Вы вспомните нас, как вот, да? Сейчас мы как мамы говорим. Вот если бы я разговаривала так со своей мамой, или я бы сказала такое своему папе, что бы тогда было. Вот дети совсем другие. Нас тоже, наверное, кто-то не любил читать, кто-то не хотел таблицу учить, но нас можно было заставить. Сегодняшние дети, они совсем другие, они более развитые, они более подвижные, они более открытые. Вот, поэтому сейчас часто модные такие слова стали: синдром дефицита внимания, гиперактивность, и все равно продолжается вот это. А между прочим, еще в 19 веке Адольф Ферьер сказал, что и сотворили школу так, как повелел дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Он не может сидеть без движения, поэтому его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Вот. Он пытается понять, а ему сказали учить наизусть. Вот. Ну, так, це я згодна. Це є конкретна якась думка. І виходить, що, да, а з чого це все починається? Починається це все з дошкільного віку, коли з 2 років мами і папи починають, сознательні мами і папи, дуже активні мами і папи, починають віддавати дитину на підготовку до школи. Очень часто слышны такие вопросы: а у вас готовят ручку к письму в 2 года? А вы учите буквы и цифры в 2-3 года? А английский? А хореография? И как бы как разобраться во всем этом потоке, да? А разобраться мама может только сама сесть и перелопатить кучу форумов, кучу литературы по этой теме, а иначе никак не разобраться. И вот когда мама сядет и почитает, и задумается, что бы она хотела, она поймет, что хореографии для 2-летних и 3-летних детей быть не может, потому что есть ритмика, где учат детей напрягать и расслаблять определенные мышцы, да, концентрировать внимание, развивать ритм, работать со своим телом. Точно так же в 2-3 года буквы и цифры,
Вы в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да, в 4, в 5, а лучше в 6 лет вы на это потратите 2 недели. То, на что вы потратите год, в 2, в 3 года. И все равно, как бы, вот сейчас ученые многие говорят о вреде раннего чтения, о бессмысленности вот этого давления на ребенка. И что получается? Получается, что в дошкольном возрасте ребенок должен играть. Почему играть? Потому что ведущая деятельность ребенка, дошкольника, это игра. Через игру он познает, он в игре воспринимает, он в игре учится, обучается. У нас игра свелась к тому, что мы играем только в буквы и в цифры. Вот пришли 3 лисички, посчитай, одна ушла. Это считается уже игра. Вот. И что происходит дальше? То есть мы давим на ребенка, давим. И в 6-7 лет он идет в школу, и его ведущей деятельностью становится учение. Это добре, если в 6 лет, и в 5 лет. Нет, ну да. И получается, что ребенок опять учение. Слушайте, он говорит, может быть, хватит уже, а? Ребята, не хочу я вашей школы такой. И что имеют родители? А они получают такой ответ, что во второй четверти первого класса ребенок говорит, я не хочу учиться, я не хочу идти в школу. То есть то, что раньше было к 5 классу ближе, да, то сейчас мы получаем, мотивация отсутствует к учению полностью, потому что ребенка заставляли делать то, что не было свойственно его возрасту. Поэтому играть в разные игры. Например, вы идете из детского сада, ребенок влез в лужу. Что он делает? Он играет. Благодаря луже он познает. Куда ты влез? Куда ты влез? А ну выйди! А что делает с этой лужей? Во-первых, это развлечение. Во-вторых, это любознательность. Ага, какая она? А если всунуть в нее песка, как она поглощает? А если всунуть грязь? Грязь от песка отличается. А если шлепнуть? А если шлепнуть сильнее, как полетит? А как реагирует моя одежда? Ага, с этой одежды стекает. А с этой не стекает. А что будет? Ну, то есть огромное количество уже и природы, и физики первейшей, и свойств предмета, и кинетическое, то есть человек, когда чувствует, он совсем по-другому делает это сам руками, любознательность и самостоятельность. Вот сколько всего от одной лужи. Вот. А мы считаем лисичек, грибочки в 2 года и разукрашиваем буквы. Ну так все ж таки, як можна з дітьми може гратися оцим підходом? Ігри существують. Во-первых, нужно помнить, что лучше всего ребенок обучается в любом возрасте, когда он счастлив и спокоен. Прежде всего, мама должна быть счастлива и спокойна, и ребенку должно быть комфортно. Вот, недавно прочитала в одном эксперименте, когда дети дошкольного возраста с мамами приходили в замкнутое помещение, в котором было огромное количество разных игр, всяких штук, развивающих всяких предметов. Вот, и психолог под предлогом, что мне нужно выйти, уходил, а сам смотрел в потайное зеркало. Вот, и как вели себя мамы с детьми. Вот, и поведений основных было 4. Первое – это мама: «Шш, сиди, не трогай ничего». Она сама сидела, и ребенок сидел, только водили глазами по сторонам. Это большинство таких людей приходило. Второй тип людей – это был, когда мама доставала телефон, садилась или журнальчик и начинала чем-то своим заниматься, ребенок постепенно смелее начинал все брать, что-то щупать. Третья как бы группа мам и детей, это когда мама хватала: ой, смотри, как интересно, а это что, давай я тебе покажу, это делается вот так, это вот так, и вот они начинали с ребенка. И четвертая группа, самая немногочисленная, когда мама хватала себе, ребенок хватал себе, они показывали друг другу, и как здорово. Вот, потом приходил этот, значит, психолог и проводил там всякие тесты. Вот вы думаете, у кого самые были хорошие результаты? У какой мамы? У какой группы? Ну, мабуть, та, яка з дитиною взаємодіє. Або передостання, або остання. Да, последняя группа. Почему? Потому что мама показывала, она сама была в этом процессе, она была примером, и ребенок как бы вот смотрел на нее и тоже так же делал. Більш зацікавлена. Да. На втором месте была вторая мама, которая как бы оставляла, то есть она обеспечивала безопасность. Ребенок понял, что мама рядом, все хорошо. Она не уделяла ему внимания, но и не мешала. И природа брала свое, ребенок сам занимался. Ну и худшие результаты были у тех,
кому все запрещали и кем руководили. То есть, когда вы берете игру какую-то, нужно помнить все-таки крайности, чтобы не было чересчур давления и чересчур свобода, да, когда правила есть правила. Хотя есть игры и без правил, когда вот та же самая свободная игра, в ней правил таких нет. Ребенок придумывает по ходу сам. Как можно играть, какие игры можно придумать. Ну вот, например, часто едут, наблюдаешь за дошкольниками. Обычная игра – это игра в слова, да? Айболит, т, тигр, р, там, радио, да. Вот. А я как бы сейчас, давайте с вами поиграем в такую игру, в которую можно будет играть, ну, просто где-то находясь, вот когда вы едете куда-то или идете. Ну, якщо слова, то це вже дитина, яка вже хоч букви розуміє. Вот у мене син 4 роки, він букви так. Ну, тут букви не нужны, тут именно... По слуху. Вот как раз вы спрашивали, что нужно для того, чтобы развить креативное мышление, вот его развивают как раз. Вот те навыки, которые нужны будут человеку будущего, какие? Это будут воображение, это будет креативность. Нестандартно мыслить. Это умение работать в команде, умение работать с информацией, умение лидерские качества проявлять. То, что нас отличает от робота. Потому что все больше и больше вот, и сфера обслуживания как бы занимает именно и промышленность. Человек потихоньку вытесняется из этих всех сфер, вот, и будут цениться именно как и сейчас. То есть профессии как бы в ближайшем будущем они будут стирать свои грани, это будет сборные из нескольких как бы, компонентов, и главное, что человек будет создавать что-то новое. Ну, вот. Давайте играть. Ну, давайте. Моя одна из самых любимых книг Джани Радари «Грамматика фантазии». Начинается все с того, что вы придумываете прилагательное к какому-нибудь слову. Например, ну, какое слово? Хлеб. Вкусный. Вкусный. Теплый. Домашний. Пропавший. Сухой. Да. Откусанный. Погрызенный. Да. Скользкий. Липкий. Да, 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 мохнатый. Недопечённый. Ненастоящий. Сырой. Невидимый. Ещё какой-то там. Ядовитый, да. Стеклянный. Покинутый, заброшенный. То есть вот к любому слову вы придумываете прилагательное. Очень увлекательная игра, очень развивает мозг. И к чему как бы это приводит? Не просто к тому, что у вас ассоциативный ряд расширяется, а то, что вот уже хлеб ядовитый, словосочетание, оно уже рождает историю. Угу. Какая хлеб ядовитый? На этом можно сделать любую игру и придумать любую историю. Дальше наоборот, когда вы уже это смогли, вы делаете по усложнению. Вы берете прилагательное, придумываете к нему существительное. Ну, например, летящий. Самолет. Самолет. Голубь. Летящий. Ну, кто? Какой? К слову летящий. Кто еще? Вообще летящий. Да, к слову летящий, к прилагательному будем придумывать теперь слова существительные. Летящий. Ракета. Танцор. Шарик. Стих. Мысли. Да, летящий. Летящая запах. Походка. Да, да, летящая походка. Ну, то есть, тоже, опять-таки, это до бесконечности, настолько интересный получается. Следующий этап, когда вы вот это уже научились хорошо делать, следующее, вы берете два слова. Это все равно тяжело. Это затягивает. И когда вот как раз это рождает те доверительные отношения с ребенком, свободной игры, когда уже нету мамы, все наравне. А когда наравне, совсем по-другому идет общение. Следующий как бы этап – это два слова, которые между собой не связаны. Например, крыша и птица – это слова, которые можно связать между собой. Да? Там, ну, птица села на крышу, крыша там, под крышей жили птицы. А вот теперь крыша, например, и океан. Угу. Крыша и кто-нибудь еще там, крокодил. То есть то, что не может сочетаться между собой. Ну, например, крыша и что? И диван. Крыша и диван. Диван загорал на крыше. Да, диван загорал на крыше, да. Прилетела на него чашка, да. Крыша спустилась, ну тут уже мы немножечко расширяем, да. Крыша спустилась в гости к дивану, и они пили долго чай.
диван стоял на улице, он мог, и ему построили крышу. Ну, как бы много разных историй. Тут уже целая история получается. Вы только берете ручку и записываете, и потом можно сделать книжку с иллюстрациями, можно сделать, ну, как бы... Ну, так, це і розвиток фантазії, і збагачення якихось мов. І, да, і языковое развитие, как бы, і ассоціативний ряд, і обогащение речі. І це ж вот. Думаєш, ну, це ще не все. Это ещё не всё. Потом самый сложный вид, когда вы берёте какое-то слово. Ну, например, слово... Декілька секундочек. Швиденько розказуєте самі. Слово «мир», да? И придумываете, чтобы это было предложение со смыслом. М-и-р. Ну, это уже для более старших детей. «Морковь играла Рахманинова». К примеру, да? Потом вы берете слово из 5 букв, слово из 7 букв, и на каждую букву вы придумываете предложение, чтобы получилась вот такая история. Я думаю, что батьки, которые сегодня нас дивились, язково спробуют хотя бы какой-то этап відтворити вдома, адже це цікаво, весело, і справді відносини між батьками і дітьми можуть зовсім змінитися в кращу сторону. Дякую вам, пані Ольго, що ви сьогодні до нас завітали. Я сподіваюся, ви ще не один раз до нас прийдете. Вже дійде, як то, тема вже до іграшок, бо сьогодні ми не встигли. Я бы, да, хотела рассказать и показать разные игры, еще их очень много, как ну, можно думаю, вы делать ще, это ще не один раз до нас прийдете. А з вами була Олена Клепа. Дякую, що ви були з нами, що приєднувалися до нас. Не перемикайте. Зустрінемось рівно за тиждень.